транспорт. Автобус следует по маршруту Т-63 до остановки 138-й квартал Выхина. Следующая остановка – метро Марксистская. Приятной поездки.
Метро Марксистское. Следующая остановка – детский театр «Парк Таганского». Удаленное пополнение карты «Долга» доступно на валидаторах наземного транспорта. Пополните карту в приложениях «Московский». Нажмите боковую кнопку на валидаторе, приложите и удерживайте карту. Приятно поездить. Так, это не дает. Большая Андроньевская улица, Покровский женский монастырь. Большая Андроньевская улица, Покровский женский монастырь. Следующая остановка – Абельмановская застава.
Абельмановская застава. Следующая остановка – Володья улица. Следующая остановка – Институт радиосвязи. Институт радиосвязи. Следующая остановка – современный университет. Удаленное пополнение «Карл Тройка» доступно на валидаторах наземного транспорта. Пополните карту в приложениях «Московский транспорт» или «Метро Москвы». Нажмите на какую-то приложите и удерживайте карту. Приятных поездок! Современный университет. Следующая остановка – МЦД «Калитники». Пересадка на второй диаметр. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай. Сообщайте водителю.
улица Д в Колесники, пересадка на второй диаметр. Следующая остановка – библиотека. Пожалуйста, при входе приложите свой билет и измените специальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Библиотека. Следующая остановка – улица Верхняя Хохловка. Следующая остановка – метро Нижегородская, пересадка на Московское центральное кольцо. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай, сообщайте водителю. Пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линии метро. Акция «Время ранних» продлена до конца года. Каждое утро в рабочие дни выгодные поездки за полцены при оплате проезда картой «Тройка» или банковской картой.
Подробнее на mosmetro.ru. Метро Нижегородская. Пересадка на Московское центральное кольцо. Следующая остановка – стоматологическая поликлиника. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Дай.